Российский миллиардер Роман Абрамович и его жена Дарья Жукова объявили о разводе. «После 10 лет совместной жизни мы приняли нелегкое решение расстаться, но остаемся близкими друзьями, родителями двух замечательных детей и партнерами в проектах, которые начинали и развивали вместе», — говорится в совместном заявлении пары. В заявлении также отмечается, что Абрамович и Жуковы намерены совместно воспитывать детей — 7-летнего Арона Александра и 4-летнюю Лею — и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства «Гараж» в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Состояла ли пара в официальном браке, доподлинно неизвестно. В 2015 году британская газета «Таймс» писала о тайной свадьбе Абрамовича и Жуковой, прошедшей 6 лет назад. Абрамович познакомился с Жуковой в 2005 году. Дарье Жуковой, дочери российского нефтяного магната Александра Жукова, тогда было 23 года. Абрамович в то время был женат на Ирине Маландиной. В этом браке втором по счету Абрамовича и продлившимся 16 лет родились 5 детей. О разводе Абрамовича и Маландиной было объявлено в марте 2007 года. По данным Forbes, после развода Маландина получила $300 миллионов, поместье в графстве Уэст-Сассекс, 2 лондонские квартиры, замок во Франции Шато де Лакру и возможность пользоваться частным самолетом и яхтой Абрамовича. По оценкам экспертов журнала Forbes, состояние 50-летнего Романа Абрамовича на текущий момент составляет 9,2 миллиарда долларов. Он занимает 139-ю строчку в списке богатейших людей планеты и 12-е место в рейтинге богатейших россиян. Абрамович владеет английским футбольным клубом «Челси», 31% металлургической компании «Эврас» и 24% российского «Первого канала».